Ребята, привет! Телефон Samsung A50. Но это не важно, какой Samsung. Хочу показать, ребят, такую фишку, как буфер обмена. Сам недавно узнал о ней. То есть все, что мы вот напишем с вами и, например, скопируем. Вот, появляется окошечко «Скопировать». Оно попадает, видите, в буфер обмена. Я вот сейчас вот сотру это все, по-другому напишу. Вот, опять скопирую. Копировать. Вот. Еще для примера еще какую-нибудь кракозябрину сделаю. Скопировать. Все, в буфер обмена все это попадает. Что это такое, ребят? То есть вот теперь, например, вы пишете какой-то файловый документ или еще как-то, или в WhatsApp, там, в Telegram, и вам нужно скопировать ссылку какую-то там, поделиться и еще что-то, да? Если вы, ну, например, вот еще, чтобы для понимания, вот, например, сейчас вот еще одно напишу. Если вы просто копируете, вот оно в буфер обмена попадает, да? Но если вам нужно это вставить, вы тут же берете, вот зажимаете, получается, пальчиком, и вот пишет «вставить», жмем. И вот последнее появляется, то, что вы скопировали. А если вы, например, до этого несколько раз что-то скопировали, вот как раз та информация попадает в буфер обмена, ребят. Зажимаем пальцем и жмем «буфер обмена», и снизу вылазит вот это окошко, где мы ранее сохранили, ребята, что-то. Какие-то ссылки там, к примеру, какие-то выражения, слова, предложения, все хранится в памяти, в буфере. Вот я, например, там копировал для своего канала вот такую вот заголовок, чтобы вставить его в описание. То есть вот любую просто выбираешь информацию и вставляешь ее. Очень удобно на самом деле. Также есть функция очистить всю память буфера обмена из телефона. То есть здесь очень много может быть ваших слов записанных. Вот, например, даже, ребят, сейчас вот я удалю всю вот эту вот, на клавиатуру обратно переключусь. Покажу вам просто вот «привет» слово напишу, например. И оно покажу, как попадает в этот буфер. «Привет». Вот, копировать. Все, в буфере обмена. Теперь, чтобы мне вставить, зажимаю. Ну, елки-палки, вот. Так, мне не надо вставить, мне надо. О, почему буфер обмена? А, вот он просто спрятался. Буфер обмена. Вот видите, последнее скопированное слово здесь появилось. «Привет». Вот это до этого кракозябры я какие-то делал. Вот. Очень удобная фишка. Где-то в мессенджерах общаться, где-то какие-то ссылки, можно просто не париться, копировать вам, какая вам нужна информация, а потом в документ, в который вам нужно будет вставить, спокойно выбираете буфер обмена, вылазит вот эта вот область, здесь листаете и нужную информацию вставляете. Вот. И также вот можно очистить. Нажимаем. Удалить все разблокированные элементы. Удалить. Все. Теперь буфера нету. Даже вот, например, пальчиком зажимаю, вставить, видите, нету, нечего вставлять. Все. Вот, ребята, пользуйтесь на здоровье. Всем пока.